В случае серьезного изменения внешних условий в 2013 году предусмотрены антикризисные страховочные меры, включая механизмы перераспределения бюджетных ассигнований. Например, возможность докапитализации банковской системы в объеме до 150 миллиардов рублей. Повторяю, это если потребуется это сделать в условиях кризиса, но будем рассчитывать, что это вообще не произойдет. Но если потребуется, это может быть сделано путем обмена облигаций федерального займа на ценные бумаги банковских кредитных организаций. Кроме того, в отдельных значимых и стратегических отраслях компании могут быть предоставлены и дополнительные госгарантии. На диверсификацию инвестиционных проектов в нашу экономику направлена и деятельность Российского фонда прямых инвестиций. Мы договаривались о том, что будем ежегодно его дофинансировать в объеме 62 миллиардов рублей. Вот в прошлом году направили туда 62 миллиарда. В этом году направим 62 миллиарда. Да, Антон Германович? Вот, направим. Как-то не слышно его совсем. Направим. Ну, спасибо большое. И на следующий год тоже изучим такую возможность. Thank you.